например, я в течение 15 лет был госслужащим. Далее у меня в карьерном росте был руководителем крупных казахстанских компаний, имел собственный бизнес, который благополучно закрыл во время кризиса. Когда мне предложили бизнес компании ЛР, а я его сразу отверг по причине того, что у меня было представление об этой индустрии о чем-то несерьезном. Для тех, кто не смог себя нигде реализовать, для тех, которые, ну, в общем, для неудачников. На одном из живых мероприятий один из спикеров рассказывал о качестве продукции, о чудодейственных воздействиях, связанных с такими глобальными проблемами, как аллергия, проблемы с суставами и так далее, и так далее. Я тогда подумал о своей супруге, решил подписаться, взял эту продукцию, принес домой. Когда мой муж принес продукцию компании ЛР к нам домой, я над ним очень долго смеялась и говорила: какие-то БАДы, и ты хочешь, чтобы они мне помогли по здоровью? Но каким-то образом он смог все-таки убедить меня, и результаты не заставили себя ждать. Я ему за это очень благодарна. И тогда я поняла, что вокруг меня очень много людей, кому я могу реально помочь именно с этой продукцией. Оздоровиться, поддерживать здоровье, поддерживать свою красоту, ну и, конечно же, зарабатывать. Продукция, сделанная в Германии, качество подтверждено сертификатами очень серьезных международных компаний. Ну и, конечно же, это помощь людям, с нашим партнерам зарабатывать деньги, садиться за руль автомобилей и просто вносить новое качество жизни, свою жизнь. Итак, полтора года я присматривался к этому бизнесу. Разобравшись, я понял, что этот бизнес – это то, что я искал. Я могу управлять своим временем. Этот бизнес зависит только от меня. Здесь есть пошаговое обучение, сопровождение партнеров, тренинги личностного роста, признание, путешествие от компании, международный круг общения. Плюс вы получаете приятные бонусы. Это автомобили согласно вашего карьерного статуса. А самое главное, без больших капиталовложений вы имеете возможность построить масштабный международный бизнес.